Здравствуйте, в эфире новости на ОТВ «Серпухов», в студии Дмитрий Большаков и в этом выпуске. Награды по заслугам. Самые талантливые юные серпуховичи получили премии. Это первая стартовая площадка вашей жизни. И пусть эта стартовая площадка достигнет самых высоких результатов. На прямой контакт. Накануне праздника «Татьянин день» студенты задали свои вопросы представителям администрации предприятий города. Безопасно сижу. В Серпухове сотрудники ГИБДД продолжают тотальные проверки водителей. Можете своим знакомым, родным, близким рассказать, чтобы водители соблюдали правила перевозки детей. Серпуховские отличники получили заслуженные награды от городской администрации. Глава города Дмитрий Жариков вручил ежегодные именные премии детям, достигшим в 2015 году особых успехов в образовании, спорте и культуре. Торжественное чествование одаренных школьников прошло во Дворце культуры России, где детям вручили премии главы города Серпухова. В своем приветствии Дмитрий Жариков отметил заслуги молодого поколения, которые славят город не только в Московской области, но и в России. Мы понимаем, насколько серьезен ваш труд, потому что помимо получения общего образования, помимо посещения школы, вы с удовольствием дополнительно занимаетесь творчеством, спортом, посещаете кружки, секции, и действительно это делаете с удовольствием. В противном случае не было бы тех высоких результатов, которые вы продемонстрировали и в 2015 году, и из года в год. Я с удовольствием могу констатировать, что Серпуховская земля богата на таланты, богата на достойных людей, людей, достойных быть примером для подрастающего поколения, для взрослых. За высокие достижения и победы в области науки, культуры и спорта премию главы Серпухова получили 30 человек. Труд молодых победителей вознагражден и материально. Традиционно каждому из 30 победителей вручены денежные сертификаты на 10 тысяч рублей и памятные подарки. Это первая стартовая площадка вашей жизни. И пусть эта стартовая площадка достигнет самых высоких результатов. Я хочу пожелать вам успехов, надежд, новых свершений и новых побед. Вместе с Дмитрием Жариковым награды одаренным серпуховичам вручали почетные гости. Директор губернского профессионального колледжа Александр Лысиков, заместитель директора детской музыкальной школы номер 3 Владимир Семакин и председатель Федерации тяжелой атлетики города Серпухова Василий Зубов. Старты, которые вы взяли в легендарном своей школе, в легендарном орденоносном городе Серпухове, чтобы вы приумножали эту славу. Закончилось торжественное мероприятие постановкой на сцене России сказки «Красная шапочка» в исполнении молодежного театра «Синяя птица» под руководством Алексея Дудко, артиста Серпуховского музыкально-драматического театра. Елена Киселева, Александр Поваляев, Рубен Асатуров, общественное телевидение «Серпухов». Вышли на прямой контакт. Серпуховские студенты в преддверии своего праздника «Татьянин день» смогли получить ответы на волнующие их вопросы. В Центре профориентации состоялась встреча студентов высших и средних учебных заведений с представителями администрации и предприятий города. У меня вопрос к представителю металлиста Терратефа. Какие у вас есть предпочтения по программистам и радиопарщикам? Встреча в режиме живого диалога со студентами проходит уже не в первый раз. Молодежь имеет шанс напрямую спросить о том, что их волнует. Будущие медики, программисты и техники – активные участники беседы. Больше всего интересуются дальнейшим трудоустройством. Представителям предприятий города есть что ответить. У нас на предприятии, в принципе, есть вакантные места и потребность специалистов любого профиля. Поскольку все виды производства, которые можно только представить себе, они присутствуют. Администрация города, в свою очередь, оперативно выдает консультации. Вопросы поступают на самые разные темы. От того, где записаться в КВНчики, до желания возродить дискотеки. Неудивительно, ведь настроение праздничное. Все сдали сессию. Все сдали сессию. Вздохнули облегченно. И это просто здорово. Я хочу, чтобы у вас складывалось в жизни очень-очень хорошо. Чтобы ваши знания, которые вы получаете в ваших учебных заведениях, они были вам всегда нужны в
вашей специальности. Главная цель мероприятия – дать понять будущим работникам, что для них есть место в городе. На контакт готовы идти предприятие и власть. Сотрудники Центра по профориентации, в свою очередь, обещают, подобные встречи будут организовывать чаще. Ася Климова, Даниил Белинов, Ольга Волкова, ОТВ, Серпухов. Безопасно сижу. В Серпухове на улице Центральной отдел ГИБДД провел тотальную проверку водителей. Цель – выявить нарушителей, которые не соблюдают правила перевозки детей в автомобиле. Несмотря на увеличившиеся штрафы за отсутствие детского кресла, все равно еще есть автомобилисты, которые игнорируют правилами и рискуют здоровьем, а порой и жизнью своих чад. Детский травматизм на дорогах по-прежнему остается одной из актуальных проблем. Для предупреждения ДТП с участием детей-пассажиров сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды «Детское кресло». В этот раз инспекторами было проверено более 50 транспортных средств. На всякий случай вам напомню, что такое автокресло, значит, также устройство необходимое. Не только кресло бывает, да, это другие удерживающие устройства, здесь написано что-то, почему. Вот, если сами знаете, значит, можете своим знакомым, родным, близким рассказать, чтобы водители соблюдали правила перевозки детей, так как в последнее время много детишек получают различные травмы на дорогах. Хоть как-то такими методами обезопасить. За время проверки было выявлено два нарушителя, которые не использовали детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Теперь водителям придется заплатить штраф в размере 3000 рублей. Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих устройств. Несоблюдение правил при перевозке детей может стоить жизни и здоровью ребенка. И на сегодня это все. Наши новости вы можете посмотреть на сайте ОТВ «Серпухов» и на официальном сайте администрации города. Ваших сообщений мы ждем по телефонам 128-101 и 128-151. С вами был Дмитрий Большаков. До встречи.